конечно же, есть проблемы, на которые, так сказать, от которых нельзя отворачиваться, необходимо обращать внимание. И мы сегодня говорим о том, что вот когда наступает период половодья, это самое странное. То есть будем так говорить, момент обострения. Да, то есть, сейчас вот задача поставлена, значит, нашей службе спасения, чтобы все это бралось на карандаш. У нас есть фонд, вот, который мы сможем, значит, после окончания, как раз, надеюсь, половодья, вот, мы сможем направить на то, чтобы такие узкие места поправить.